Добрый день, с вами Георгиевская Татьяна. Рада приветствовать вас на канале Тати Гео. Сегодня расскажу вам про очень красивое, потрясающее дерево Паркинсония акулеата. Посмотрите, какое оно воздушное. Тут даже сложно передать словами, но это что-то фантастическое, нежное облако. У него зеленый ствол. Есть примерно 1 сантиметр колючки, у него плакучая форма. Все плакучие формы, они, как правило, успокаивают нас и расслабляют, дают какое-то чувство умиротворения. Весной, когда он цветет, ну, вы видите, что он еще цветет. У него желтые цветочки, мелкие. Это дерево полностью стоит в желтом цвету, тонкие, воздушные, практически невесомые. Когда немножко ветерочком обдувает, она так нежно, так красиво качаются на ветру. Можно залюбоваться, заглядеться и забыть обо всем. Очень красивое, релаксирующее такое растение, необычное. Ощущение пространства, легкости. Пойдемте посмотрим, еще ствол очень интересный. Толщина ствола примерно 25 сантиметров, достаточно толстый он здесь. И внизу, посмотрите, он меняет свой цвет, кора созревает и деревенеет. Буквально вот уже сверху, где-то метр от земли, она уже зеленая-зеленая. И вот эти вот колючки, про которые я говорила, они есть как на самом стволе, вот примерно как шипы у розы. И точно так же есть и на ветках. Вот видите, чуть-чуть вот здесь, на веточке, эти шипы. Мы находимся в субтропическом климате, и здесь эти растения достаточно часто встречаются. Лист не облетает. Целый год на территории такая красота. Если посадить такое растение рядом, допустим, с зоной отдыха, либо с зоной барбекю, эффект расслабления и релаксации, имея такое дерево на участке, очень хорошо оно смотрится как солитер. Этой весной его сильно подстригли, у него ветви, так как у них вот такая плакучая форма, наклонялись очень низко и прямо доставали до земли, и пришлось их подстричь. Вот сейчас он смотрится вот таким вот образом. Напишите в комментариях, как вам понравилось это растение. А с вами была Георгиевская Татьяна. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и выбирайте красивые деревья на свою территорию. Пока-пока!